соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год артиллерийскими подразделениями сухопутных войск были выполнены огневые задачи. В ходе учений были отработаны приведение артиллерийских установок в боевое и походное положение, управление огнем во взаимодействии с различными видами войск и другие вопросы. Были отточены умения командного состава принимать оперативные решения, усовершенствованы знания и навыки военнослужащих. Подразделения успешно выполнили поставленные задачи точным огнем, уничтожив цели условного противника.